Добрый день. Я думаю, многие уже знают о тех поправках, которые внесены или будут вноситься в 282-ю статью, да? О том, что за первые лайки вам будет только административка или штрафы там, или что-то такое там, очень простое. И только за нарушение второй раз, да, вы будете получать уголовку. Так вот, тем, кто сильно радуется по этому поводу, хочу кинуть свою ложку дегтя, да, а именно рассмотреть это вот в каком ключе. Когда вы шли по прошлой статье, да, там сразу же под суд и уголовку, да, адвокату, в принципе, было больше шансов для того, чтобы отстоять вашу правоту по этой статье, чтобы вы не сели, да, просто потому, что это шло как минимум первый раз, да, и можно было побольше причин объективных предложить для суда. В данном же случае вы, получается, и денег заплатите, но если вы подумайте, да, то есть о том, кто в принципе всегда нарушает чего-либо с точки зрения, да, он все равно продолжит эту деятельность, да, и вот во второй раз адвокату оспорить данный приговор будет значительно сложнее, потому что это в принципе будет уже рецидивом. Поэтому я как говорил, так и буду продолжать говорить, что данная статья и подобные ей статьи должны быть принципиально исключены из нашего законодательства как сам факт. И, как обычно, призываю всех честных людей объединяться, и вместе мы, мирные законы, сможем нашу жизнь сделать лучше. Всего хорошего!